Всем привет, с вами канал Тхагер на Outplay. Сегодня мы поиграем в No Man's Sky. Вышла она совсем недавно. Посмотрим, что из себя она представляет. По трейлерам игры я видел, там игра про космос идет, вроде что-то типа приключения, там есть элементы крафта, по планетам там летаешь, этот исследуешь всякие планеты, там очень говорят мир большой. Сейчас мы это с вами все видео выясним, посмотрим. Так, а что за всякие надписи по бокам? Он хоть это планета, что ли? И также я до конца не понял, как она вообще идет, мультиплеерная или локальная. Говорят, можно там встретить игроков, но очень редко. А чё тут? О, никакого меню, запуск сразу. А, удерживать надо, удерживаем. Атлас. Чё за атлас такой? Ну, ладно, хоть на русском. Понять не будет, что тут происходит. Цель игры вроде там к центру вселенной, что ли, надо добраться, что-то такое. Ну, сейчас все посмотрим. Кроме трейлера больше ничего и не видел. Ну, там какой-то корабль пролетел, да? Что это? Кто расщепитель? Низкотемпературная планета, биом. Не успел прочитать. А вот, мы все играем вот так вот, да? У вас не получены предметы, чтобы получить их, используйте меню настроек. Меню настроек. Путешествие, управление, текущие данные, дополнительные. Что ты? А. Получить корабль, альфа-вектор, получить 10. А, это вот за предзаказ мне давали. Но я что-то слышал, вроде бы, если берешь корабль этот, что ли, то какой-то основной квест что-то пропадет. Мы их сначала не будем брать. Так, сканер, оптическое повреждение. Нажмите сенсорную панель, чтобы открыть инвентарь. Сканер, устройство для исследования планет, которое находит и отмечает интересные места поблизости. Подключается непосредственно к мозгу, либо в случае использования представителем корвоксов к нейронной сетевой коре. Нажмите L3, чтобы включить сканирование. Технологически повреждена. Ремонт. А, нам необходимо углерод в количестве 25 штук. Да, он не работает. И как нам углерод дать? Найди свой разбившийся звездолет, удерживая квадрат, чтобы взаимодействовать. Вот. О, нифига. Взлетный ускоритель критически поврежден. Нажмите сенсорный, чтобы открыть инвентарь. Взлетный ускоритель. Необходимо каждому пилоту оборудование для посадки и взлета. Помните, что для зарядки необходим плутоний. Для активации необходим достаточный запас топлива. Удержите R2, чтобы подняться с планеты. Удержите 0, чтобы активировать ускоритель в полете. Технология критически повреждена. Лискарита. Создать продукт в ячейках инвентаря. А, не работает, да. А как мне вылезти? А вот. А вот у нас появились задания. Покинуть планету. Отремонтировать взлетные ускорители. Отремонтировать импульсные двигатели. Заправить взлетные ускорители. А, нифига, ранец есть. Чё за монстр он, видите?
Не, ну графика симпатичная, но, конечно, не та, которая была в трейлере. В трейлере там намного все покруче было. О, он что-то корабль летит, да? Или что это? Блин. Так, я как-то оружие достал. А, вот он. Опа. А, вот этим вроде бы надо добывать, да? Что это такое? Плутоний. Ага. Добыли плутоний. Ничего, прикольно. Активический виза, критически поврежден. Нажмите, чтобы открыть инвентарь. Ну, это... Система основное существо и улучшение оптимической функции. Позволяет пользователю обнаружить и отслеживать инопланетных существ, а также определять расположение точек маршрута инопланетных зданий. Телефон держит L2, нажмите R3 для приближения. Железо надо. Нифига тут сколько дофига. А меня ничего не сделает. Блять. Покормить, чё? Да не боись ты. Железо надо им. Нифига не железо же. Так, а вот переключаться на бег можно, да? А, он там что-то мигает. Так, давайте посмотрим около корабля, может что-то есть уже, какие-нибудь запчасти. Что такое? Обломки. Чё, у меня в голосе пылает название Атлас, и я чувствую беспроводное требование следует по пути. А, вот Атлас. Вот это вроде задание. Я чувствую, как меня наполняет теплый свет и одобрение. После ощущения потерянности возникает понимание, что тебя нашли. Атлас признает мою преданность, и я чувствую уверенность, что совсем скоро он проявит себя. Защитные... Чего? Открыта новая технология. Улучшение охлаждения тета. Время остывания фотонной пушки существенно уменьшает. Ускоренный подготовка фотонных выбросов повышает вероятность успешного боя с вражескими кораблями. Нифига, тут в космосе можно еще воевать, да? Но я слышал, да, тут вроде можно... Боевка какая-то есть в космосе. Враги тоже тут есть. Так, что нам надо найти? Давайте определимся до конца. Как делать? А, вот. А, вот, да. Вот он, сканер поломался. Нужен углерод 25. Здесь железо необходимо нам собрать. Ну, это наша пушка сама. Что тут еще есть? Это ячейки пустые, походу, в инвертор. Что так мало? А, вот. Экзокостюм. Защита от вредных факторов и энергии устройств заряжается оксидами, работает автоматически. Чё, костюм надо? А костюм израсходуется он. Цинк, титан и защитный какой-то. Чё защитный? Чё-то он быстро насаживается. А, у нас есть осколок, если чё, потом остановим. Получается, и костюм надо что-то чем-то заправлять. Походу, мы когда по планетам ходим, у нас тратится этот. Энергия, чтобы что-то такое. Вот энергия тоже тратится. А это здоровье, жизнеобеспечение. Это костюм. Так, а вот звездолет нам надо. Лист корита. Так, что это? Установить технологию. А, это мы вот, которые технологии только что изучили. Ну, нам надо ее вот собрать, дайте, чтобы создать технологию. И она тоже будет ячейку занимать, я так понял. У нас тут больше ничего нет. Вот создать продукт. А вот лист корида. Нам нужно железо. Ой-ой. Как она стабилизируется, если у меня вон ни хера нету? Датчик, я вон тут этот. 47 мне давайте я. Зарядить. О, она 100% зарядила.
Нормально. Так. Это не работает. Надо сейчас управление разобраться. Телепортируйте предметы из-за костюма из вертолета. Нажмите. Ладно. Так, квадрат ничего не делает. X это прыжок. Бегать. А, бегать. Правый стик нажимаешь, он переходит на бег. А, кстати, если что, кто не в курсе, я играю на PlayStation 4. В общем, я все игры, которые играю, прохожу на PlayStation 4. Но пока у меня нету возможности проходить их. Так, платина. Платина нам нужна. Ну, давайте соберем по 22 штуки. О, ящик какой-то нашел. А карта здесь есть, интересно? Ну-ка, сейчас проверим. Да бери ты. Плутоний. Плутоний. А как карту здесь сделать? Интересно. Что такое? А, свет включать можно. Делать. Нифига, мы далеко уже ушли от корабля. Вон, что-то такая планета большая, что. Ну тут я что-то считал, что тут самогенерируется планета. Так что, может, она даже бесконечная. Что такое меня ударило? Что это за хрень? А вот углерод мы нашли. Углерод в растениях получается, да? А это тут что? Иридий. Давайте все подряд. А, так не режется, это надо собирать. А вот железо нашли. Что за шум? Так, сколько нам надо было железа? Вот там какая-то пещера. Так, я еще пока не привык. Так, где? Лист кориды нам надо. Нет, не то нажал. Лист кориды я могу собрать? Сколько надо на один лист? На один лист надо 50 железа. Охренеть. Цинк геридий нужен. Лист кориды. Охренеть. Мультитул, что я могу? Нет, собрать. Углерод надо еще. О, железо могу собрать. Что это L2, R3? А чё? Только что же был день, чё так стемнело быстро-то? Хера себе. У меня фонарик, я сейчас фонарик включил. А, вот он. Чё он делает? Как бинокль, что ли? О, вон там что-то мигает. Какой-то прибор. Брат, надеюсь, никаких монстров нету. Так, пока тут железо есть, давайте железо собираем. О, это не игрок? Хрен поймешь, кто это, игроки, не игроки. О, нифига, сколько сразу железа дало. Пока остывает, давайте посмотрим. Так, мне еще надо
Создать продукт. Лист Иридия. Еще могу создать? Так, я могу уже починить. Да, удержите то, чтобы подняться с планеты. Ремонт. О, мы починили ремонт, отремонтировали. Взлетный ускоритель теперь работает. Нужен какой-то гиридий. Лист корида, цинк. Лист корид, нам надо железо опять. Там 50 штук вроде надо. О, 70 сразу, нифига. Блять. А, нам нужен был углерод, да? Это железо. Чуть такое летает, чуть такое. Какой-то дрон. Да я знаю, что нужен углерод. Только хватит. Должно, ну-ка давайте проверим. Блин. Сканер. О, я могу починить сканер. R3. А, во, как работает. А, он сканирует местность и показывает, где что тут рядом есть. Вон там какая-то. Давайте-ка сначала сюда сходим. Что так медленно ходишь? Давай беги. Блять. Напугал корабль. Это плутой, нам надо, чтобы корабль его заряжать, да, этим? Так, железо нам не надо. Чё ты хочешь? Ладно, давайте пойдем отсюда. Ну нахер. Вот здесь вот серёнку я видел. Да, вот. Открыта новая технология. А, в этих получается вот этих фигнюшках всякие технологии, да? Это дополнительно включает защиту космического судна от лазерного огня. А, это чит типа. Отражатель какой-то. Ладно, что тут еще ценное есть? Вон там какой-то. О, мы вообще далеко ушли. До прибытия минуту идти, чё? О, что это такое? Ульт слово расы Корвакс, редкий. Чего? Короче, я пока не до конца вкуриваю, что за фигня здесь творится. Надо походу, а что такое? Взаимодействие сканер сигнал требуется обходный чип. А, я его вроде в инвентаре где-то видел. Да, вот он, создать. Что надо? О, я могу создать. Давайте попробуем. Ну, а, во, работает. Чё это за хрень? Маркер убежища обнаружен. Позывной местной радиостанции обнаружен. Маркер на вонгах обнаружен. Просто выберите пункт назначения. Чё, мы телепортируемся? Давайте колониальный аванпост. Посмотрим, что дает. Поиск колониальных, блять, колониальных аванпостов. До прибытия 3 минуты, сколько? А, он на планете просто нам показывает ориентир, куда если что идти. Я думаю, портирует. Просто лучше показывать место, где находится. Но все равно полезная штука. Так, Плутоний, Плутоний. Это что-нибудь делается?
Да. Требуется Atlas Pass. Что за Atlas Pass? Ну-ка, у меня есть такой. Создать. Atlas Pass, да? Atlas. Нет, такого нету. Ой, у меня жизнь что-то. Могу... Чем я могу заправить? О, есть. О, здесь еще какая-нибудь технология будет должна быть. Давайте проверим. Открыть новую технологию. Фазовый луч для перезарядки необходимый изотопа. Для активации нажмите X. Лучевое оружие для введения боя. А, это опять для корабля. Давайте просканируем. Так, телепортить элемент для костюма. А, это телепортить шмотки. Так, я что-то вон туда хочу, на зеленый хочу сходить. Что я закрыл? 3 минуты, что-то долго. А, мы же двигатели починили вроде бы у корабля. Давайте проверим, где наш корабль. А где он? А, вот он. А это что за камень такой? Какой-то странный. А вот он, Гериди. Он же нам нужен, да? Да, вот Гериди, а нафига нас туда показывает? Что это конструктор не ломается, что ли? А. Че он так в воздухе висит? Блять! Так, железо теперь нам надо, да? Чего? Блять, что, оружие заряжать надо? Как его зарядить? А, вот. Зарядить. Так, давайте. Всю потратил. А, вон плутоний. Плутоний вроде бы нам еще надо корабль заряжать. Что-то мне не нравится, как они летают. Где я ломаю, они что-то тут пролетают. Может, они как какие-то охранники. Эй, идите нахрен. Чё ты меня сканируешь? Не знаю, что за роботы такие. А может, это мои роботы вообще? Так, я потерял местонахождение корабля, а вот. И насколько эта планета простирается, интересно. Охренеть, такая большая. А, мне железо же надо было. А, вот здесь есть. Так, и сколько мне надо железа? Что-то мне оружие очень быстро перезаряжается. О, день настал. Так, что у нас есть? Давайте посмотрим. Лист корида нужен. А вот зарядить можем плутонием. Давайте зарядим. Сколько на сколько? О, полный бак зарядили. Фига. Что такое взлетный
Ускоритель необходим для каждого пилота для посадки. А вот мы можем взлетать теперь. Лист кориды нужен здесь и цинк. Так, лист кориды можем создать? Ой, не то нажал. Лист корида. Создали. А сколько у нас вообще железа? Где его посмотреть? А, вот. Сколько железа? О, 92. Так, нам остался цинк найти. Цинк, цинк. Цинк. Как он выглядит, цинк? Так, а что такое? А вон, наверное, цинк там какой-то желтый. Или железо, что это такое? Чё я только что обнаружил? Чё нам это даёт? Так, что это даёт? А, вот цинк. О, все, 20 штук. Сейчас мы реактивный двигатель починим. Запрягте в рётный укрыт. Чего? О, там какой-то сундук. Вон. Завершён важный этап путешествия. Ремонт звездолета. Как тебе добыть какой-то зеленый крест? Блин, надо было сначала пускать мерил какой-то. О, а если животное просканируем? О, вообще он маленький бегает. А, мы за то, что сканируем нам бабки, тут вон юниты какие-то. Дали. Это где корабль? А что такое? А это таймин 9. О, две планеты он сразу. Так, давайте починим корабль. А, ну мы его починили, да? Удержите R2, чтобы взлететь. Нажмите куда, чтобы выйти. Воу-воу. Тихо. Завершён важный этап путешествия. А это я управляю, запуск звездолёта выполнен. Нифига. О, а как приземлиться теперь? Отправьтесь в космос, удерживая R2, чтобы ускориться. Поднимитесь с помощью, чтобы покинуть атмосферу. Блин, сейчас хочу на то место сходить. Аванпост какой-то я там открыл. И вон здесь какой-то восклицательный знак был. Где он? Блин, все видно. График, конечно, не как в
в трейлерах обещали, там графика вообще крутая была. Но все равно для таких большого мира это график, ну, нормальная графика, я считаю. Очень даже добротно. Тут много всего просто, видите, он какие большие планеты. Так. А, вот. Квадрат надо удерживать. Нифига, мы теперь можем просто летать на корабле. Быстренько передвигаться. Где это зеленое место? О, там еще какой-то зеленый. Сейчас давайте проверим, что такое зеленый. Что за места это кидает? Какие-то оборудования. Сохранить. Вы совершили это открытие. Ничего не найдено. Чего? А как там можно было в корабль перекидывать? А вот наши животные здесь показаны, нифига. Чего переименовали и загрузить? Что это даст? Ну чё, на чё это? А на английском, не, на русском на нельзя, да? Давайте на английском. Грипп напишем, пускай будет. Загрузить свое открытие, чтобы... А за это бабки дают тоже, слышишь? Фига. А вон, загрузите все и получится 75 тысяч юнитов. Надо все вот этих животных жизнь на планете скани просканировать. Фига. Чего я сделал? А, я же хотел перекинуть шмотки. Слушай, тут какие-то птицы летают, что ли? Да, я просканирую. И чё? Чё-то не сканируется. Ладно, фиг с ним на этих птиц. Чё-то они... Так, это по корабля, а вот у меня полный, да. Движение складно. А, вот телепортируйте элемент на звездолет. Так, что нам не нужно здесь? Давайте вот это переместим. Давайте все переместим. Так. Где этот баллон? А, вот он. Блять. Энергетический баллон. Что ты даешь баллон? Так, оптимизирует хранение энергии в экзокостюме, используя во многих видах оружия, также системе жизнеобеспечения. Зарядная ячейка. А, может заряжать костюм надо это с помощью этой фигни, а не вот этими. У меня пока заряжен. Так, а что такое? Платина. Давайте возьмем платину. О, там три корабля пролетело. У нас теперь есть корабли. Нифига сколько тратить, у меня 50% бак уже нет. Так, ищем интересные места.
А как далеко простирается эта планета, интересно? Наш корабль быстрее может ехать, нет? А, воу-воу-воу. О, нифига. Вот что такое. Что тут больше ничего не видно? А, вон, смотрите, сколько два там. Чего он быстрее лететь не может, что ли? Во-во, нашел. Нолик надо удерживать. Топ где? Охренеть. О, здесь. А это что такое? Аванпост. Торговли какой-то. А, здесь можно покупать и продавать предметы. Давайте еще посмотрим, что можно купить у него. Нифига. Нестабильная плазма, заряд плазмобластера какого-то. Я не знаю даже, что вообще нужно, нет. Ладно, хер с ним. Здоровье на максимум. Воинский кинжал кого-то наш не. Требуется Атлас Пас. Я не знаю, что за Атлас Пас, что это такое. Ну, получается, вы совершили открытие, говорит, нифига. Так, какой-то кинжал, что мы с ним можем делать? Уничтожить, переместить движение и складывание. Преимущественно церемониальное оружие важных элементов валькинской культуры и традиций. Нифига, он 20 тысяч стоит. Может, что-то ценное, давайте оставим. А чё не взлетает? А, во. Так, у нас еще на одну посадку осталось заряд. Вон там что-то далеко есть. А где мой вон тут аванпост? Ладно, давай сейчас туда слетаем. Полетели. Мы разбиться можем на этом корабле? Нет, нам не дает просто не спуститься. О чем мы пролетели, что ли? О! Чуть такое здание, что какое-то. Ну-ка, давайте. Посмотрим, что такое. Да, здание какое-то. Кратер. Тут где-то опять дроны летают. А это что такое?
Звездить звезда, блять, вызвать звездолет, вызвать. Так, нужен обходной. Опа. А это кто прилетел? А, это мой корабль. Все, понял. Вот эта фигня можно, если ушел пешком далеко от корабля, можно вызвать его сюда. Как-то так. Зря потратил. Ну, откуда я знал? Так, а это что такое? А, это опять еще. О, вон там новая ячейка будет. Ой, новая технология откроется. Да, Атлас опять. Атлас. Что там цены, интересно? Что за атлас? А будет в интернете смотреть, что за атлас такой. Открыть новый технолог, улучшенное охлаждение ТАО. О, слушай, здесь какая-то пещера. Тут никакого червя громадного не будет, блин. Куда эта пещера ведет-то вообще? Тупик она ведет. Вот кто видит. Странная какая-то пещера. Как будто след огромного этого червя. Что это такое, а? А, он тут там дальше ход вроде. А что такое здесь? Углерод. Это железо, да? Долго собирать наш пистолет. А, там даже он что-то есть. О, тут сколько, смотрите, этих. Сейчас мы здесь плутонием зарядимся. Так, здесь тупик. А здесь что у нас? О, вон там еще много. Плутоний он быстро собирается, удобно. И углерод заберем. О, а, это железо. Так, давайте возвращаться. Там завод-то не исследовали. Что за завод там? Так. Тут надо все переименовывать, тоже потом и бабки дать за это. Только не знаю, во что их переименовывать. Так, вот в отверстие мы сможем вылезти. Это вроде.
Так, иди, я вылез, а я вон вообще он где. Надо мне выше подняться. Чуть-чуть. О-о-о. О. А, мы вон ту не подходили же. Так, это я активировал. Что идем? А, Атлас. О, вон корабли летят, смотри. Вот кто это? Ну, это, наверное, не игроки, так а ровно они не могут лететь. Равномерно так синхронно летят, что ли? Навряд ли. Если был бы игрок, он бы змейка туда-сюда бы или летал бы. Так, а, я это активировал уже, смотрел. Не, ну там еще дальше, смотрите, простирает. О, что-то новое вон. А, изучение слова, что это? О, вот это животное мы не изучали. Не убегай. А тебя изучали? Ой, у меня жизни мало. Так, надо жизнь чем-нибудь зарядить. А, вот это энергетическое. Все. Увеличили слово. А, выучили слово раз и кораблик вот. Ну-ка, дай я тебя покормлю. Посмотрим, что будет. О! Покормил. А, у него смайлик он. А, мы когда их кормим, они, видите, вот не боятся нас. Ну, а потом все равно убегает. Может, сделали для того, чтобы разглядеть его получше. Что они уже не боятся. Прикольный. Так, а чё? А, цинк взяли. Так, давайте наконец в этот завод зайдем. Какой-то. Не знаю, почему завод, но мне кажется, что это какой-то завод. Похож на завод, но какие-то нефтедобывающие, как будто какой-то. Хотя тут не нефть, может, что-то другое. Так. Забрали. Открывай. Чё, уничтожить? Дверь надо взломать, что ли? Блять, один вход, что ли? А они теперь за мной бегают, что ли? Вон, смотрите. Они за мной бегают теперь, да. Я могу на вас ездить. Вон они за мной теперь лазят, видите? О, ящик нашел. Сундук какой-то. Да как так-то? Еще один кинжал нашли. Ну да, теперь они за мной будут бегать. А у меня больше нет железа. А, вот еще какой-то ящик. Так. Ну и как мне тебя сломать? Чего? Ой.
Ну, блядь, они еще по моему кораблю бьют. Эти я свалю. А как мне сломать, если там какие-то дроны он летает? Сейчас попробую на корабле как-нибудь. Да мне кажется, так фиг сломаешь. Че, я вам поживу там попал, что ли? Ой, блядь. Фига, чё у тебя с башкой? Охренеть. А это чё там делает у моего корабля? Чё за... жопа тигровая какая-то. Что я тебе сделал? А, это ты свой. О! Еще один нашел. Ну там пушка, если стрелять, очень долго. Что такое фазовый охладитель того чертеж не из... уже известен в Винчи, чтобы открыть инвентарь. Так, может я что-то могу установить технологию. А вот я что-то могу установить. А, вот боевое. Блять. А, треугольником можно теперь менять оружие. Да. Ты чё? Сдох, что ли? Нет. Сейчас сломаем эту дверь. А, у меня все поплю нету. Да его так хрен пробьешь, мне кажется. Надо корабль забрать. Так, сейчас заправим так. Плутоний. А для этого таймий нужен, да? Нифига. Так, ну вот у меня новая пушка. Сейчас попробуем. О, этого быстрее ломают. Опа. Блять.
Твою мать! Они меня же так убьют. Сдохни, сдохни, сдохни. Рапсами перезаряжать надо, что ли? С них еще титан какой-то падает. Давай, ломай быстрее дверь, пока не пришли. А, деактивированы. Уничтожил все, что ли? Это они еще прут, что ли? О, сколько. Твою мать. Быстрее, жизнь, 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 жизнь. Да сколько вот тронов, то так будет бесконечно появляться, что ли? Три ломать, ну давай. Опа, только сигналка сработала. Дети, отключи. Чего? Новичок, уничтожьте один страж. Уничтожьте 5 стражей. А, мастерская. Так, чё? Мои действия вознаграждены. Изучена новая схема продукта. Далее куда? Необходимо для производства звездолетов и технологий к экзокостюму. Нифига. А что такое? Открыть новую технологию. Нажмите, чтобы открыть фокусировку луча Сигма. Расщеплятель быстрее обрабатывает богатые ресурсы материала. О, вот это мне нужно. Где она? А у меня тут ячеек не осталось. Чё, всё? А чё, тут не открывать двери? С виду кажется большой. Снаружи. Смотри, маленькое помещение. Так, ну что ж, на этом я свое, наверное, видео закончу. Продолжим играть в эту замечательную игрушку в следующей серии. С вами был канал Тхагер Наутплей. Кому понравилось мое видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем хорошего настроения, всем пока.